Анонс итоговой даты выхода 4 серии 2 сезона сериала «Здравствуйте, вам пора». 4 серия сериала выйдет на интернет-портале «Премьер» 8 июня. Ранее в сериале мы увидели, как вестники оставляют адрес Веры, по которому она лежит в больнице, и уходят. Потом идут вместе к третьему мужчине, Анатолию. Напоминают ему о матери Веры. Он вспоминает об их знакомстве. Он отказывается ехать, но Настя все равно оставляет записку с ее координатами. После ухода вестников мужчина заходит в комнату, где его ожидает Петр. Он напоминает Анатолию, что у него действительно осталось мало времени. В больницу к Вере приходят двое мужчин. Вера понимает, что мать не говорила ей об отце, потому что сама не знала, кто из них настоящий. Девушке становится плохо, она теряет сознание. В этот момент ей звонит Анатолий, признается, что он ее отец, обещает вернуться через некоторое время, чтобы начать общение. В этот момент врачи безуспешно откачивают Веру, а когда Анатолий умирает, Вера приходит в себя. Четвертая серия сериала выйдет на портале «Премьер» 8 июня. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.